Почему тебя до сих пор не повысили? Ты ведь там уже неделю работаешь. Хватит так громко дышать, ты же всех соседей разбудишь! Вот зачем ты взял зонт? Из тебя теперь дождь пошел! А я тебе говорила, надо было с коробки автомат покупать! Мне надоело, понимаешь? Мне надоела твоя адекватность! Я что, теперь всегда одна буду кричать, как дура? Каждый год в России из-за выноса мозга спиваются более 40% мужчин. Уважаемые женщины и девушки, не заю... В общем, остановитесь, пока не поздно.